Лесники заметили в Чалдайском сосновом бору редких гостей – клёст еловиков. Этих птиц еще называют сибирскими попугаями из-за яркого оперения у самцов. Они отличаются особым клювом и цепкими лапами. Питаются пернатые в основном сосновыми шишками и лесными ягодами. Местные жители говорят, что таежные птицы появились в лесу недавно и, скорее всего, прилетели сюда в поисках пищи из соседнего Алтайского края. Павлодарские биологи предполагают, что прилететь с севера в южные широты их вынудило бескормиться. В Павлодаре также заметили редкого для Прииртышья представителя отряда воробьиных – свиристель. Возможно, это связано с какими-то климатическими изменениями, возможно, какие-то другие факторы, но, по крайней мере, это есть. Но относительно климатических изменений я говорю не голословно. Значит, у меня есть конкретные наблюдения, правда, по беспозвоночным животным. У нас появились виды, которые ранее регистрировались в более южных широтах. Я думаю, что в ближайшее время, в этом году мы, наверное, опубликуем по этому поводу статью официальную, доказанную при помощи современных методов молекулярной генетики.